Что тебе нужно? Пожалуйста, не спеши. Как хочешь. Пожалуйста, не спеши. Hello.
Приветствую. Пожалуйста, не спеши. К такой мощи очень просто привыкнуть. Что тебе нужно от скромного торговца? Пожалуйста, не спеши. Thank you.
Приветствую. Пожалуйста, не спеши. Thank you.
Приветствую. Пожалуйста, не спеши. Как забавит, как хоп. Thank you.
Приветствую. Пожалуйста, не спеши. Не такую мощь я имела в виду. Пешим всадникам выбирать не приходится. Да, повелителя пустот не упрекнуть в тонкости намеков. Пора найти следующий грех. Ты уверен? Просто интересно. По мне, так ты, возможно, слишком мягка. По крайней мере, это в тебе заметил повелитель. Если хочешь почувствовать мою мягкость вновь и сомнить в моей решимости. Я просто говорю, что-то изменилось. Это естественно, думаю, после всего, что выпало на твою долю. О чем ты? Неужели мне нужно напоминать, что нет абсолютного добра, как нет и абсолютного зла? Все это человеческие понятия. Обугленный совет осведомлен об этом. Это ведь и есть смысл их существования. А, весь твой бубнёж. К чему ты ведешь? Небеса и ад тоже не абсолютны. С правильной точки зрения, они лишь две противоборствующие силы, что сцепились за власть над этим шариком грязи. Таков порядок вещей. Именно. Но почему их так занимает этот булыжник и кишащие на нем микробы, когда вокруг целый космос для исследования и покорения? Равновесие. Да. Пока они увязли в этом ничтожном конфликте, у Великой Вселенной есть шанс остаться чистой. Это любопытный способ поиска равновесия, особенно для столь могущественных существ. Да, весьма любопытно. Просто хочу сказать, если ты сомневаешься, я пойму. Thank you.
Наш большеглазый друг. Постарайся не орать, как дитё. Постарайся не умереть.
Забавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаюсь.
Видимо, грех сбежит. Возможно, стоит... Он не мог далеко. Я найду его. Именно это я и собиралась сказать. Госпожа, это вновь кто-то из изгнанных. Как ты это поняла? Их окружает некая пустота, разве не чувствуешь? Пустота, не похожая ни на что. Отсутствие руки сотрудника. Yeah.
Его нужно вернуть к первому. Thank you.
Thank you.
На помощь! Прошу! На помощь! Прошу! Демон! На помощь! Прошу! На помощь! Прошу! Что? Что это такое? Тебе нужно от скромного торговца. Позабавит нас как хочет. Чуешь этот запах? Даже безликому тут стало бы дурно от вони. Этот запах значит что-то особенное. Чревоугодие! Yeah.
Двигайся осторожно, госпожа. Вижу свое искусство. Ты так же омерзителен, как и твоя сестра. Ловкость рук, наблюдатель.
Превосходный обман. Госпожа, ты должна пробудиться, должна вернуться. Неплохо, чревоугодие, но похоть уже пытался меня так поплавить. Госпожа! Обнижал ты, тварь! Ты разрушила мою иллюзию. Лучше бы ты оставалась в своих грезах, всадник. Это было бы куда милосерднее того, что я с тобой сделаю. Сперва поймай! Быть может, стоит тебя выпотрошить. Полюбуешься на свои кишки. Уж потрудись, пузатик. Какой хвастливый тот. Думаешь, легко меня убьешь? Легче не бывает.
все и наелся. Знаешь, я ведь пытался со всех сил. Я обжирался, но я все еще мало. Yeah!